проходите, что там делается. Смотрите, тут Ром, пару минут. Полы, да, тут сбилось. Они еще проветривали. Вода подходит прямо вот. Здесь тоже безобразие, но они закрыли, люди не могли жить здесь и где-то снимают жилье. Вот будут овощи, да? Вот температура стен. Снимайте тоже, это очень важно. Вот температура стены угловая. Ну здесь чувствуется, что прям холодно. То есть вот кверху мы идем. Холодно. А это был, пошла трещина? Это первая? Да, да, да. Да. Это трещина, то есть деформация. Ну, прям видно же, что она сюда выбирает. Это не одна трещина. Это не единственная. Самое печальное, что, по-моему, это жилое помещение сдано все. Это соцнайм. То есть это типа администрация. Поэтому люди не могут здесь жить. Что здесь жить-то невозможно. А летом насекомые. Зимой холодно. Соседняя вот женщина родила, от соцзащиты далеко, но ты тоже жить не может. Здесь уехали. А, это душевые. Ну, типа, да. Она же сама одна, да, у нас на весь дом? Она же одна, да, у нас на весь дом? Да, потому что когда это было нерабочее, просто... Рабочая, не предусмотрена, одна. Вон она, плесень, вся вон перелопает. Все под дом. Грунт размывается. База часто размывается. До Виктора не дозвонилась, но где-то на... Да вон он, да? С лопатой ходит. А это Анисси муж. Как? Анисси муж. Чё? Анисси, то есть... Анисси имя такое. Как? Этими душевыми пользуются, да? Я правильно понимаю? Ну, несколько здесь человек сюда еще с первого этажа ходят. Сейчас я доеду, да, это постучу. Оно же уже все гнилое. Вот эта вся вода. Вот. Оно вся вот эта вот такая вот чехарда здесь. С душевой вода прям под пол течет. Да, 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 здесь это. Здесь все гнилое. Вообще от ада я. Потом правильно, потом удивляемся, а что тут эти получается. Да нет, 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 а вот точка промерзания вам. 11,8. Куда-то заваливается. Угу, заваливается. Даже когда стакан воды ставишь, туда вот идет. Или что потолочная плитка потолку затянута. Не видно, да, спрятали. Это вообще вот так все кусками было вырвано. Вот ходит опять, ага. Вот
так же вот, видите. Потолок провисает. Видите? Да, да. То есть она даже не тянет. Успели? Ну вот на той стороне сейчас как бы еще они там, ну покажем, что не подлатать успели. Уже кировчане. Там тоже угол.